Антитеррористическое такое, они что, проверяют, у тебя что в карманах есть, что ли? Металлическое, не металлическое. Это про рамки разговор идет. А про турникеты, турникет, он просто вращается. Ты проходишь, он вращается. И подсчет, количество, как этот, счетная машинка, считает, сколько человек зашло. Это обычно на заводах такие, как в метро вход, тот же самый турникеты. Заплатил копейку и прошел. Не заплатил, не прошел. То же самое турникеты на заводах устанавливают, чтобы считать количество людей входящих. Пропуск засунул, ты прошел. Выходишь, пропуск обратно вставляешь, и она считает, что ты на работу пришел. Это для регистрации делается. Но это делается обычно в режимных предприятиях. Ну никак не в школе. Или что, у нас дети в режимные предприятия попали? Как на зоне, да? 1, 2, 3, 4, сегодня 4 отсутствует. 44-й, где я? Почему на занятиях отсутствует? Да? Все к этому мультфильму, помните? Про чертей показывали. 44-й прыгал, вот. То же самое. Что, наших детей уже считать начали? Ну, они по карточкам проходят. Давайте не забывать, у нас есть декларация прав человека, где четко и ясно было сказано, что цифрование человечества является преступлением против человечества. Поэтому, если вас отцифровали, значит, они совершили преступление. Об этом надо говорить. А мы какие-то турникеты там считаем. Для чего поставили турникеты? Чтобы посчитать нас? Чтобы процифровать. Поэтому и на то, что вам впарили, а по-другому это не называть, надо тут же писать, чтобы вас прекратили цифровать. Тот же самый СНИЛС, тот же самый ИНН, на каком основании вам присвоили нумерацию? То есть декларация прав человека от 48 года. Давайте читать вместе. Что цифрование человека является преступлением против человечества. Надо их привлекать всех к ответственности. Все молчат. Значит, всех... это делается с молчаливого согласия каждого. Да. Вы же молчите.